Алло, здравствуйте. Я бы хотел обратиться к вам. Мне нужна такая помощь. Один телефонный звонок и вопрос решен. Проект «Таксофон» запущен для оперативного реагирования на обращения граждан по вопросам медицинского страхования. В учреждениях здравоохранения планируется установить 30 бесплатных стационарных телефонов для того, чтобы пациенты могли обратиться за помощью к страховому представителю. В поликлиниках стало очень удобно. В плане того, что когда нет специалиста, можно обратиться по этому справочнику, то есть по прямой связи. Вот, обратиться к специалисту страховой компании и задать вопрос, нужен мне. Они ответят на мой вопрос и подскажут, куда надо обратиться. С лета 2017 года в больницах по 2 часа в день дежурят представители страховых компаний. Необоснованное взимание платы, отказ в оказании медпомощи. Страховщики совместно с администрацией медорганизации решают проблемы, что называется, не отходя от кассы. К нам наши застрахованные граждане и пациенты обращаются в основном по таким вопросам, как прохождение диспансеризации профилактического медицинского осмотра, праве выбора страховой медицинской организации, также о порядке получения полиса и дубликата полиса, о том, о правомерности приобретения лекарств за личные средства. То есть, да, и, в принципе, мы как бы защищаем права застрахованных по обязательному медицинскому страхованию. Примерно 200-300 обращений в месяц. Так выглядит работа страхового представителя второго уровня в цифрах. Страховые представители второго уровня информируют граждан, стоящих на диспансерном наблюдении, о необходимости явки к своему врачу. Уже с начала года проинформировано более 30 тысяч таких граждан. И более 200 тысяч граждан прошло диспансеризацию медосмотр. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.